Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал «Лёша играет», и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. Может быть, кстати, инженер какой-то хороший придет. О, рекордный паводок. А у тебя дамбы не было тут, да? Что-то прикол. Что у вас тут за лоскутное одеяло в Европе? У нас тут очень весело. Ой, в кампус. Куда я его поставил? Нет. Космопорт, конечно же, надо. Так, хочу энергию посмотреть. Город забрал. Можете поздравить меня. Поздравляем. Поздравляем, вес поддержать, отлично. Так, я думаю, надо... покупать клетки и тут вот продолжать вот эти ставить. Собираю медь, потому что у меня ни один город до нее не дотягивается, просто деньги получаю за это и все. Начал лагать, что-то не лагало. Вот как это работает? Почему в начале игры лагало, потом середина вообще, в принципе, норм, а вот сейчас какие-то лаги. Робот, готовый ко всему. Что с Венгром делать? Тысяча науки. Да, Венгр там сидит, проекты читает просто и все. Мне кажется, вместо того, чтобы француза бедного пилить, вот лучше бы чувачка попилили. Это не в союзе, это только ты можешь сделать. Подступить своего. Нет, помогу. У меня так никогда не будет. Буду с Венгром воевать, я, а не с Францией. А Тиня, не так... трогай меня. Никого другого спаси. Ну так и реально. Надо. От проектов. Тебе интересно вообще? Ну тут еще довольно долго, кстати. Не? С другой стороны, и ходов еще много. Венгр, кстати, тоже второй проект заканчивает. А науки у него больше. То есть он-то пораньше. А что с общим количеством технологий?
Ну, пока Рим на одну теху опережает венгра, но я думаю, что это временно. Вон, Атиня, сверху города венгра. Вот туда иди. Туда тебе дорога. Не сюда тебе путник. А, это скорее от Асуана и Иерусалима. Смотрите, 15 и 22 жителя. Да, тут мои Кутаиси с Батуми не так хороши в этом плане. Ой, у меня венецианка. Отправляю к Египту, потому что у него это еще и еду мне дает. Так, вторая попытка посадить в космопорт. Контрразведку. Ладно, давайте здесь уже гранты делать. В этом городе. О, так, меняем писание, наконец-то. Что у нас тут еще есть? Страна-изгой. К производству ядерных... Но они будут... Но вы не получаете очков влияния для послов. Ну, интересно, конечно, но республиканская... Короче, я бы вообще, знаете, что-нибудь на счастье поставил, а именно от губернаторов. Космопорта у венгра, три у грузина. Кого мы еще там? У меня один. Два еще строятся только. Нет, тебе тоже нужно будет ломать. Ну, если они построятся. А вдруг они не построятся? Как же их надо будет ломать? Как ты сломаешь непостроенное? Ты что? Ломать не строить все-таки, да, видишь? Держи. Как меня сломали, например. Да, ты полетел больно очень. Отвести к ветру. Дед? Подлодку к рынку можешь отвести? Что же делать? Отвести подлодку к рынку. Давайте, наверное, самолет сюда переведу. Отвезти под лодку Хэнга? Ничего не понял. Ну, венгер уже в эпохе будущего, так вообще по техам. Так что, как вы понимаете, он точно раньше будет улетать. Парни, надо собираться с обществом. Француз, что ты хочешь, скажи? На это предложение. Это Осман, ты французу, да, говоришь? Да. Я просто не успел ответить, дед перебил. Ну, мне надо апать капер. Ну, я вот открываю, собственно, эти. Апаю капер, у меня уже две ядерки есть. Вообще, я бы, наверное, еще две сделал с другой стороны. То есть, что мне спешить вот с космопортами в Тбилиси и Тель-Аве? Вообще, пока никак ускорить не могу.
Ну, в смысле, мне не нужны дополнительные космопорты, кроме как в поте, на самом деле. Поэтому давайте в Тель-Аве и в Тбилиси еще по ядерке. Ну, больше торговых путей. Наверное, из Тель-Авива опять. Или из Тбилиси в этот раз отправим. Я не хочу промышленное... Ну, вообще, надо бы промышленное производство хлопка сделать с другой стороны. Что я говорю, не хочу. Наверное, в Боржоми надо, не в Амала. Или посмотрим, давайте в Амала, может, чтобы оно быстрее росло. Ну, он у него минус лояльность только потому, что он маленький на самом деле. Ну, османы войну Греции объявили. Все-таки греки решили... Ой, турки решили грека забрать. Я тебя понял, чуть позже скину. Ходов в кампус, это несерьезно. Ну, то есть, пока венгр все кидает в улет и делает так, чтобы на него сейчас все ополчились, у меня просто большой вопрос, долетит ли у меня куда-нибудь. Но мне надо будет Мохач точно забрать. Наверное. Мельницком у него. Во Львове. Блин, ну мне кажется, туда не долетает. Смотрите, у меня будет тут стоять, например, подводка, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, а сколько там... Ядерки вообще летают. Так, следующим ходом я... Я за 1000 возьму. Апну в подлодке, когда тогда и глянем. Бессмысленные все-таки. Это классный флотовоз, на самом деле, если только вы можете на кого-то использовать. А так как... Мне реально нету тех городов-государств, на которые я могу использовать. Я бы только хотел, наверное, на Кардифф, но он очень далеко. Где-то долго у тебя дружба с Вергом? Сейчас. 10 ходов. За 10 ходов мне придется прям ломать города. Шестьдесят девять у португальца. Ну, португальец систему наведения открыл зачем-то. Ну, то есть он... забавно. А, нет, я везде достаю. Ну, это тупо, честно говоря. Наверное, думают, что я все-таки в Тбилиси. Но в Тбилиси даже космопорта нету. Хотя,
А, да, это даже зона на поте не влияет, между прочим. Микспа, не ожидал, честно говоря, от тебя. Вот серьезно, именно ко мне надо было, да? Кому, если не к тебе? Сделаем тут морской курорт. Что-то немец мне убирал... Получается. Я только не понял, как он... Ну, у него, видимо, с кем-то был военный союз. И он давал ему... осмотр. Ну, 1200 уже не так было прикольно, как 1800. Точнее, есть не так прикольно. Кстати, что там за... Португалец, ты пропустил инженера? Нет. Просто не успел. Я слишком много очков набрал. Я вообще португальца спрашивал, а ты турок? Они вот смотрел, мне сейчас очередь выпадает. О! Да, ну серьезно. Зашибись. Это мне еще раз повезло. У меня 200% теперь. Жалко, гелик не построил нигде. И венгер сотку забирает. Но... Там все тупо в панике нажимали. А, венгер забрал. Ну как так? Ну это нечестно, слушайте, ну это бред какой-то. Я же. Ну ведь я... Так, глобализацию, конечно же. Видно, кто читает больше всего проектов, да? Я вон... То есть, вот эта вся наука, это именно от проектов. Хотя у немцев все равно большие проблемы. Ты как-то венгерстопы будешь? Ну да. Мне просто интересно, вот там его два основных соседа, которые все потратили на француза зачем-то. То есть... Ну да, я Тиня, как бы ты должен тоже стопить. А что ты на меня нападаешь? А ну что ты за человек такой? Я просто не очень понимаю, что вот реально вам дает захват француза. Даже если бы вы его захватили просто так. Да, сейчас-то понятно, что это же не будет. Я вот, мне казалось, это хорошая идея. На самом деле нет. Закидайте его. 8 ходов. Оп, кто вылетел? Я полетел.
Интернет дропнулся. Турок, к тебе тот же вопрос. А зачем тебе, Грек? Ты не успеешь по очкам победить. Тут венгру осталось на улет. Ну, я бы сказал, ходов 10. Умные материалы у него открыты. Вы же понимаете, что он Португал все техники уже изучил и просто проекты читает? Нет, Португал не изучил все техи. У него флотоводец на две техи. Я все равно отстаю от... Какая разница? Венгр изучил все техи для улета. Португал еще даже не построил все. У венгра 100% к космическому полету. Ну, то есть кто раньше улетит? Какая разница, сколько тех открыл Португал? Он не сможет все равно вот эти вот все проекты сделать. Раньше венгра. Ученые на полторы. Что ученые на полторы? Тысяча. Ну, у кого? У кого? Я не понял, у кого. Венгры. Еще и венгра ученые на 1500. Ну, то есть он сейчас полетит вообще. Ну, наверное, вместо гавани надо поставить, потому что это на караван, а счастье нам тоже очень важно. Так. Синтетическую технократию пошли. Блин, как же я так на 100% все-таки не получил? Очень-очень жаль. Теперь, да. А, кстати, у нас таймер идет. Никого не волнует, что там человека нет, у нас таймер идет. Блин, у меня три кризиса против немца можно подавать. Просто захватил город Рен, использовал ядерное оружие и предал Зум. Ну тут очевидно немец главный вообще предатель. Как так можно? Главный на улет. Получается, кидаем ядерки в немца и улетаем, оставляем его на этой планете. Ну, вообще, чтобы вы еще понимали, у венгра нету ни единого противоракетного юнита. Ни зениток, ни РСЗО, вообще ничего. То есть, если бы была воля и желание, то он закидывается только в путь. Конечно, тебе надо в ядерном пекле гореть. Ну, да. Можешь, конечно, его.
Если кто-то еще может, то, конечно, бомбардируйте венгры. Давайте Рим. Крек, например. Рим, Португалия, все. Все, все на него. Да, для меня игра закончена уже давно. Я тоже уже не думаю, что что-то выйдет. Если бы не нападал на француза, может, смог улететь как-нибудь. Ну, ты бы застопал венгра ради того, чтобы другие улетели. Просто отличный план. Люди, хватит ныть, давайте. Да никто не ноет. Всей планетой и дадим венгру. Все мы с дедом как старые добрые. Дед, предложение. У меня просто не накапливается из-за того, что у меня 3 урана идет на... Нет, мне урана не надо. У меня кромки нет. Ну а как тогда предлагаешь мне кидать? Дайте мне уран. Так, ну хотя бы эти... Ну, говорит, промки нет, сам втихую космопорты строит. Ну, ты что, клонную экспедицию запустить? Для этого не надо... А, подожди, так строить. Ты принял то предложение? Да. Блин. Просто сказал, мне самому уран нужен, я думал, ты отказал. Сорян. Ах, нет, я принял его. Понял, понял. Мне урона хватает. От Хатуса идет, кстати. В смысле идет от Хатусы? Я же сюзерен Хатусы. Так у нас... Он на меня действует тоже. Да, кстати, прикольная штука, точно. Я забыл, что мы уже 3-го уровня. Культурный? Экономический. За 3-й уровень экономического союза бонусы ГГшки сюзерена одного действуют и на другого. То есть, по идее, на меня Кардив тоже действует. Да, посмотри. А я хотел перекупать его, прикинь. Сейчас бы занимался. Я же говорю, давай. Ну вот другое, это, видимо, как раз от Кардифа. От зданий в порту. Чини, это тут? Ты в игре? Да, я потихонечку хожу. Так, у меня союз через 9 ходов с турком, а с венгром 8. Просто, чтобы меня не выкинуло. Так, мне, наверное, надо высаживать этого парня сюда и начинать с бомбардировки Сегеда. Или вообще... Или может... Чем руководствоваться компкой? А до Пешта я вообще долечу? Хотите смотреть? А я только сейчас их апнул, да? Я не могу посмотреть. Ну, я не могу понять, насколько у меня будет ядерка лететь. Это, конечно, Пешт захватывал в первую очередь. Осадные башни брать форсалы, да? У него вообще нету армии, вы посмотрите. У него здесь нету ничего. Ну, зачем тебе осадная башня? Она работает. То есть ты просто прилетаешь, работает? Кидаешь ядерку и все, забираешь города постепенно. Он за 8 ходов не должен успеть улететь. Я бью сквозь... Хотя... Сквозь защиту. Я просто не понимаю, почему, ну, как бы... Почему мне этим заниматься? Два соседа пошли, зачем-то упоролись в француза. Давайте посмотрим. Что? На что? На форсалу, как он бьет сквозь защиту с высадной башни. Вы этот, встали варенье, да? Ну да. Она работает, и чё? А Тинью вообще заходит? Он же здесь. А он уже зашел в игре? Высадная башня не действует уже на стены возрождения. И на да. Встали варенье.
Я бью сквозь стены. Ну, не знаю, как ты там пьешь сквозь стены. Можно Рим доходит уже? Давайте посмотрим. Я доходил. Но я не вижу, но все равно. Блин, я не знаю, как мне. Лучше. Понимаете, еще проблема. Я ж не могу. Так. А у него есть где-нибудь аэропорты вообще тут? Даже аэропортов нету, прикиньте. На следующий захватите, не на этот. Чтобы вам доказать. Действует, не действует на города со стенами возрождения. Не действует против городских укреплений. Он бьет сквозь стены, ну, тут еще. Ну, сейчас у меня рассинхрон закончится, я покажу. Если только там Данижон мастер не будет много себе позволять. Как мне... Надо вот сюда, наверное, идти. Грек, предложение. Уже да откуда у тебя столько урана? У кого? У француза. Не знаю, я ж вроде забрал его источник. Ему дает кто-то. Нет, ты ему даешь уран? Я не даю. Мне кажется, я о Тине говорю. Потому что он там с ним трейдил. Тинни, давай, ударяй. Ну, сейчас, закончу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, да? Ну, у меня кажется, 12 клеток. Счет сюда посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, на 12-ю клетку. Сейчас, давайте подожди. Смотреть отсюда, если я... Раз, два. Блин. Я город потерял. Давай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Блин, я не достаю до отсюда. Смотрю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ну, я, короче, до пешта не достаю, вот и все. Я урона гарнизону почти не нанес, а нанес Ну что, мне этого что ли? Авианосца делать? Такой город и так мне был ранен. Мне нужен авианосец, значит. Естественно, у тебя это пехота, армия возьмет город. Это так понятно. Я его открыл? Открыл. 1080 надо. Рим... Глянь, это для твоего соседа. Ну, то есть, я покупаю авианосец, на него перебрасываю... где он тут? Вот этот. Реактивный бомбардировщик. И, соответственно, у меня ракета на 16. Уже полетит. Расстояние, понимаете? Так как у меня на самом деле две подлодки, все две смогу бросить, то я, наверное, одну брошу сюда и заберу Винницу. Ну, конечно, сможет там в Махаче что-то делать, но сомнения у меня. Ну, мне надо скорее вот это следующим открывать, чтобы...
тут броня у АБР, а тут будут силовые ячейки. Так, а что, Венгра никто не успеет захватить, да? Ну все, он уже летит. Но он же не ускоряет еще. Ну я не знаю, ну это какой-то прикол. Ну сидят соседи, пошли как-то за француза зачем-то. Я, блин, даже высчитываю, у меня даже до городов его не долетают ракеты. Какой-то прикол просто. Когда я пошел на француза, венгр вообще сидел тихо, у него вообще науки не было. Я не знаю, неправда, неправда. Никогда. У венгр всегда нормально было с наукой. Он всегда отставал. Ну просто зачем сидеть 20 ходов, блин, пилить человека? Я просто не понимаю. Все, напали и все, и закончилось на этом. А турок зачем на грека напал? Португал. А, погодите-ка. А я ж не могу вступить в войну, если я в союзе, да? Блин, я не могу. Я даже не могу, блин, а добраться до него. Вступить? Можно вступить? Просто мрак. Из Поти давайте. Португал, напади на венгра и предложи вступить в войну в этом мире. Я так. Ну это Португал, чтоб там вступили в войну. Против венгра делает. Так, я один ход отложу здесь производство. Португал, я твоего разведчика не убиваю около Батуми. Пожалуйста, не... Не делай там ничего. Или нет такой возможности? Что? Ну это нафиг все надо. Да блин. Не, ну хорош, как бы я. Просто смотрите, человек сидит, читает проекты. Вот я бы сидел, читал проекты, меня бы закидали ядерками. Но у человека нету, даже нету РСЗО вообще ничего. То есть у него нету армии, РСЗО. Просто, смотрите, просто пустая, ну, за счет того, что я вижу. У нас военный союз, я все вижу, да? У него просто нету ничего. Я максимум мог вот эти вот города нормально забрать. Тут я как-то пытаюсь, типа, подлезть. Вот люди, которые просто рядом находятся. Вот немец, например. Немцы 424 науки. Офигительно выгодно было француза забирать. А в меня нечем тебя стрелять. Венгр, в тебя не португалец будет. Хотя тоже непонятно. Сидит, домик строит. Португалец. Да, ну вот эти 100%, конечно, круто помогли. На самом деле. Сколько у меня еще? 6 ходов. Да, это долго. Но у нее пока у нее нет ускорялок. Я сейчас тоже последний запускать буду. Блин, может я тоже не прав. Союз был с венгром делать. Я что-то не думал, что он так быстро. Раз, два, три, четыре, пять.
Зачем мне против Германии воевать? Чёрт. Это мисс Крейг будет. Может, еще одного бомбардировщика, блин, ну 9 ходов, правда. Да это бред, опять кава тут. Но у венгров всего 4 костных порта. Ну что еще нужно эти города забирать? Статус Сюзерена Хатусы. Чё это? Рибне, Абуда, Львов и Хмельницкий. Так я не понял, а там этот... Я не пойму, а португалец почему объявил войну венгру? Он же там кто-то хотел присоединиться к войне, по-моему, нет? Ну, я ему просил предложить присоединиться к войне, будет работать или нет. Ну так как он и тебе войну объявил, то он уже не может присоединиться, да? Ну, я в союзе с ним. А чё вы в союзе с ним? Точно так же загрузировался в союз. Он имеет 4 союза, 2 дружбы, вообще красавчик. Дед, а ты вообще ничего никак не можешь кинуть, да? Я даже не открыл. Подводная лодка. Ад. Но иду в них. Ну, это класс, короче. Классика. Даже в любом случае, если бы я мог кинуть, то вы бы не смогли забрать города. Я бы мог. Как? Ты не союз пока что. Если кидаешь ядерки. А, в этом плане. То есть я бы кинул, но все равно они встают. Прогнозирующие системы спер. Ну, венгр еще не в ускорялках, видите. Пока еще тут. Египет предложение. Не, ну это без разницы, это мой Магнус делает. Блин, опять тут все сломано. Ну, это, конечно, все странные места, очень этими
Фермы все застраивать надо, но города без производства по-хорошему будут. Блин, чё я не понимаю, что с этим художником не так? Почему он стоит не... Ну... Мне не сообщается, что я его могу использовать. Интересно, зачем Египет так на этого торговца читает? Давайте я его заберу. Просто выкуплю. Так, музыканта тоже можно забрать. Художника тоже заберем. Португалец, сколько у тебя в итоге... этих, ну, денег вход. Венгр, ты прикалываешься или что? Говорит, что за подлодки, испортите отношения? Нет, они приехали посмотреть, как ты улетать будешь в космос. Все экипажи подлодок очень просили посмотреть. Теперь вопрос... А, ну он меня видит, потому что у нас военный союз. Так, ну вот теперь венгр в ускорялках. Ну что там? Никто никак? Ну что у нас теперь делается? Ну все, ребят, спасибо за игру. Спасибо. Спасибо за игру. Закончились страдания Грека. Я тебе еще отомщу. Давай. Я не знаю, зачем турок забирал Грека вообще. То есть я не понимаю вот этого нападения, когда ты типа наравне идешь, ну, то есть просто и получить в ответ. То есть немец с Римом просто тупо взяли себя, убили об француза. Просто выключили себя из игры на ровном месте. Причем, зачем немец вписался, мне вообще непонятно. Он думал так налегке... Ну ладно. А зачем турок забирал грека? Ну, то есть это даже ничего не дает ему. Вообще ничего. В общем, все очень странно и непонятно в концовочке у нас. Так, ну мне вообще пока нужна наука. На самом деле. Так, 3 очка перемещения. Ну то есть у меня 5 ходов до ускорялок. Венгр уже в них. Не, ну, культуры тут без шансов, дипломатия тоже без шансов. Ну и вы сами понимаете, 170 ходов мы играть не будем. Если уже улетает,
человек и уже в ускорениях. Давайте найдем его космопорты. Нет, ускорение начал. Так, у него их раз, два, три, четыре. Марсель выстоял. Ребят, вам не надоело этого пилить, да, француза? Заключили мне. Надоело, давай ему заключим. Да. Как на ровном месте просто убиться об человека? Ну, то есть, вот... знаешь, когда вся твоя армия тупо умирает от одного потопа, тут особо много не сделаешь. Ну хорошо, так может тогда стоило и замириться как раз? Такой намек был. Я ничего не говорю, ну да, вот случилось так, ну, а дальше? Дальше ночь, мозги не работают. И немец такой радостный, такой, сейчас как сейчас заберу француза ослабленного? На самом деле француз воевал основными войсками со мной, а немец просто ядерками закидал и забрал пару городов, так что немцу норм. Да где ему норм? 541 наука в итоге. То есть у него даже меньше, чем у тебя. Что произошло? Я бы, думаю, гораздо больше имел, если бы я не стал атаковать француза, поскольку тут от войны дебаф. Это было очень плохое решение. Что за дебаф? Ну, усталость от войны. Несчастье. Дебаф, если ты только ракеты. Ну, как ядерки самые большие идет. Блин, я не понимаю. Главное, и еще и шпионов к нему не отправить, космопорты поломать. Почему? Можно? Ну, в союзах, в союзах. Не все в союзах. Ну так никто ж не отправил бы чего-то до сих пор, ничего никто не сломал. Ну не хватило фантазий. Ну вот у меня срыв ракетостроения, но пока я не могу его отправлять. Сколько ходов осталось? 3. А он уже улетает. 2 световых вход. Че, кто-нибудь планирует венгру что-нибудь делать? Я планирую, но я не могу пока союз. У меня 3 хода еще. У меня уже ресурсов что-то делать нет. У меня 3 хода союз. Я могу попробовать кинуть ядерку, но... Так у нас тоже 3 хода союз. Я просто вообще не думал, что мне надо будет венгру что-то делать. Что я тут, оказывается, немец с Римом решат, что нафиг венгру что-то делать. Но когда мы атаковали, он еще не был настолько силен, ну, как до конца. Плюс 50% к созданию БРов, которых у меня. О, еще пожар под конец. Блин, как все-таки прикол. Вот чувак, он просто, ну, ничего, у него нету ни армии по-хорошему, ни
Блин, мне что, крашнул? Не, не крашнул, показалось. Нету ни армии, ни этих РСЗО, ничего. То есть он сидел, просто читал проект, он даже армию не строил. Молодец, Сай. Ну, молодец. Юзаю сообщение. Просто удивился, что как бы все соседи решили, пойдем француза захватим. Чё ты? Ну, это просто венгр проблемой даже не был. А что, француз был проблемой? То есть почему вы решили француза забирать вообще? Вам не хватало чего? Вам чего не хватало вообще? То есть, знаешь, как будто усилиться не было куда. Я был одним из последних на тот момент. То есть тебе Рим не хватало, у тебя сейчас 1100, да? То есть ты забрал только два города, нет, один город или два, один город только у француза забрал. Ну, я сейчас вернул Женеву себе, и мне Женева дает очень много науки. Сейчас я посмотрю, как много, сейчас я тоже туда-то бе... А что я не могу в Женеву кинуть, кстати? Не знаю. Что-то я Женеву не вижу реально в списке. Ну вот. Немец. Предложение. Да, кстати. Странно. Так, ну я тоже полетел. Но вряд ли я сделаю это быстрее венгра. Фига себе, переехал в Кину. Кардив. Больной ублюдок. 37. Чего? Это, получается, наверное... находимый послов все время? Да нет, это, наверное, Амани прокачаны. Это Амани не прокачаны. Амани? Но все равно это получается сколько? 19 послов? Да. Немец. Предложение посмотри. Так, ну это компьютер. Рим, серьезно, хотел похитить. О, полетело. Вау. Смотрите, по-моему, надо бомбить города, да? А ты куда кинул? Ну, он в космопорт кинул, тоже нормально. Тут бог почти никакого, наверное. Желательно у города, потому что... Только так у него остановится. Слушайте, я сейчас ускорялки смогу через два хода тоже строить. О! Прикольно, а чё у меня космопортов тогда так мало? Ещё и обычные. Ну, слушайте, подождите. Может, все еще не так уж плохо. Один ход. Четыре световых. Еще два хода, союз. Так, может, мне тоже стоит поднакупить... Просто танчиков.
Не, ребята, вы то, что играете, только, ну, меня, я понимаю, что Грузия улетит, получается, так? Ну, уже ты улетаешь точно, не волнуйся. Не, ну как точно, не улетаю. Грузия пустит Египет, ядерку. Как, что Египет? Ну, вы просто играйте на победу Грузии, вы или не мешайте просто нам, или не играйте на ее победу. Мы играем на свою победу. Ну так вы играете на него победу. Ну если не я, тогда он. Ну то есть ты предлагаешь нам просто сейчас закончить, чтобы ты победил? Нет, я не предлагаю закончить, я предлагаю немножко мир. Ну а что ты хочешь тогда? Что ты хочешь? Вот скажи. Спать хотим. Ну вот и все тогда. Давай тогда. Мешать и Грузии надо улетать. Она уже улетает. Мы стопим Венгрию, улетает в Грузию. В любом случае кто-то улетит. Ну, смотри, португалец, ну ты же меня стопать не можешь, правильно? Наверное, должен меня стопать тот, кто может это сделать. А так ты говоришь, что так, как, типа, ну, ты меня не можешь стопать, так и венгры не стопать. Так вообще нету шансов. Нет? Я же, в принципе, могу идти, правильно? Да, давно при том. Ну, француз храбро отбивался, да. Да? 0-0. Что? Ну, статы по нулям, все у него. Я не понимаю, как это работает, почему у него по нулям. Это... Подожди, у кого по нулям? Ну, было по нулям. У меня было три хода. В Франции было. Ладно, всем спасибо большое за игру. Да, спасибо. Тебе спасибо. Пока. Ну, турок ко мне ведет. Подводные лодки. Ну, не знаю, может тогда действительно... Чё мешать венгру? У него 6 световых лет вход. Ну, то есть, у него сейчас 6. У него уже было 4. То есть, у него... Короче, он через ход должен победить. Блин, трейд. Так что... Наверное, как-то без шансов. Синя, у тебя еще долго союз с Грузией? Или у вас до конца игры? Нет, у нас через ход, по-моему. Но я думаю, что через ход просто венгер улетит и все. Ну, он уже почти улетел. Да, там уже 6 ход. Да-да, все. В смысле, все. Но мы не сможем захватить ничего, чтобы его и все. Что? Ну. Передам стреляем и все. Надо тогда захват поскольку. Стреляем чем? Нет смысла стрелять, если ты можешь когда захватить. Да, ошибка, наверное, моя союза была. Но, понимаете, ну, вот хорошо. И я бы сейчас, я бы закидал первенгра ядерками, пока мы были в союзе, а потом бы турок, захватив грека, пришел бы в меня стрелять. И потому что у меня венгра, кстати, неудобно было бы совсем ядерки бросать. Ну, то есть, здесь плывут уже подводные лодки турка ко мне. Что, мне вместо космопортов теперь РСЗО строить? Мы тогда обосрались, получается. Да, ну, я только сейчас увидел, что у него почти 20.
Ну это два хода получается, да? Или один. Не, я думаю, через ход, скорее всего. Ну, я, наверное, успею все-таки бросить или нет? Да. Только что так. О, подходит, зря я сюда. Казалось, уже встал. Зря я сюда встал. Рассинхрон. Ну, это у турка. Да. Да, ну, кстати, со временем там через год, через два. У меня даже не долетает из. Вот, смотрите, у меня максимум просто до пешта. Вообще, в принципе, это причем не с этих, это... С как его? Современных самолетов. Вот, если бы я даже союз не заключал с венгром, что я ему могу сделать? Как? У меня нету выплыва в общее море. Ну, уж пока друзья мог поставить ему город в нос и... Этот, шахту бахнуть. Куда? Где поставить город? Заход до окончания дружбы. Нет, я имею в виду, где? Вот где поставить город? Под Минск. Под Минск? Так это все равно не долетает нормально. Я вот эти города могу и так захватить. Это Мохач, Дьер, Винницу. Мне не надо под Минск ставить. Если победишь, мы тебе скажем. Да не, просто вы так, блядь, все набросили, что он мне просто все залагал, только что-то залагал. Почему в Пешт, почему не в Хмельницкий? Это не мои города, это поляка. Какая разница, там-то стоят космопорты. Ща все будет, не волнуйся, ты что думаешь, у меня закончились ядерки? Ну, смысл здесь сюда ходить уже? Здесь или пан, или пропа. А, подожди, ты... Не, так... Пешт я просто... Пешт я захватить мог. В Хмельницкий он прилетел. В Хмельницкий я захватить не могу пока. Это вот как ты вылетел. Сколько ты прилетел? Я не вижу, я еще здесь. Я здесь. Где ты? Хватит издеваться, ну так. Турак, а что я с тобой воюю? А, у тебя с Вентром союз, понятно. Ну что, красивое зато.
А в Киев кто-то ядерку может кинуть? А, или там сломан космопорт? Какое странное место для ядерки выбрано. Очень редко строю дипломатический квартал, и венгер решил именно в него зафигачить. В тебя кинул? Да. А где? Куда? Схуми видишь? Я не вижу. Да, вижу. Да, да, вижу. А зачем туда? Ну, он сказал, куда достал. Он самолетом кидал, а не под лодкой. Ну, мне сейчас следующим ходом начнет турок кидать, поэтому мне как бы... В меня имею в виду. Поэтому мне как бы... Не знаю, зачем мне, например, не давать венгру побеждать в связи с этим. Мне просто хочется остатки ядерок как раз в турка кинуть. Мания, ты будешь объявлять войну? Она не успеет. У меня заканчивается союз, следующий ход. Я объявляю сразу. Я думаю, сейчас венгр улетит, мне так кажется. Сейчас хода не будет. Не знаю, почему он молчит и не говорит, сколько ему осталось. Он расстроился. Он играет в хитрую игру. Ну, у него единственный морской город это вот этот. То есть мне надо будет, если что, в него кинуть ядерку. Ну, что там? Можно было так сразу. Ну, с победой венгра. А, все. Братцы. Поздравляем. С победой. Блин, так и не покидался. Ну, я хочу сказать, что мне бы еще улетать было долго. У меня на данный момент просто один только... Чтобы никто в тебе вообще ничего себе не делал. У меня только один космопорт построен. И я бы, например, долго сейчас улетал. Сейчас бы еще с Турцией мы повоевали скорее. Ой, у меня вообще крашнулась цива. Я просто планировал шахты запустить в твои лодки. Обычные термоядерки по тебе. И у меня еще осталось. Ну, то есть ты все сделал для меня специально, там. Не для венгра, не для кого-то. Просто так вышло, что я очень долго ждал. Ну, короче, ты меня сбил с толку своим тем, что дружба длится столько же, сколько и союз. Ну, я и заключил на этой позиции. А что, она не столько длится? Я без понятия, сколько она длится, если честно. До сих пор. Ну, 20 ходов. Так что тут сбил с толку? Я вообще не планировал союзы ни с кем заключать. Ну, что-то под конец как-то оно все вот интересно было. Ну, вроде как в Португалу уходить собирался. Ну, понимаешь, в чем дело? Если бы ты не заключил со мной союз, я бы тогда сразу на тебя бы напал в тот же момент. Я думаю, что у меня уже были современные самолеты. Я не думаю, что долго бы ты... Ну, то есть именно исходя из того, что ты можешь на меня ядерки бросать. Я, например... Египет не боялся в этом плане. Он как-то так далековато, ему там эти ставить шахты. Вот. Ну, вообще, тут как бы, не знаю, как бы у нас получилось, я просто, мне кажется, все... Тут игру для венгра выиграл француз, который радостно отдефался от Рима с немцем, убил им там все. Ну, не отдефался он и что? У меня с ними мир был на этих 20 ходов как раз. Я заключил. Так они с тобой мир заключали именно из расчета на то, что они будут захватывать французы, усиливаться, типа, вот такие. Там же, смотри, дело не в том, что они на тебя бы не нападали, а дело в том, что они бы, если бы они быстро забрали француза, они точно так бы сидели, читали проекты. Вон, у Рима к концу было больше 1100 науки. Я думаю, он бы тебя обогнал, если бы он не потратил столько ресурсов на войну с Францией. Может,
просто зачем там было вообще воевать? Я тоже не знаю. У меня тоже интересный вопрос. Зачем? Мне казалось, зачем? Хороший день, на самом деле. Так, так а что ты получаешь? Вот ты нападаешь. Ну вот смотри, мне, например, что я тоже мог и на турка напасть, и на Египет. Но зачем? Зачем? Вот что я от этого получу? Науку. Как, какую? Города, науку. Так вот, у меня и так, у меня уже поля, и так внутри моих городов достаточно для того, чтобы нормально, ну... раскочегаешь ее для нормальной науки, для победы. А когда ты идешь в войну, тебе надо строить... А, то есть ты вместо того, чтобы, например, строить проекты, начинаешь строить армию для того, чтобы нападать. Тем более, что... Ну, я, например, мог просто покупать за веру, предположим. Но самолеты все равно надо строить. У меня армия танков строилась один ход. Армия артиллерии строилась один отлично. Ход. А теперь представь, сколько бы ты вот за один ход, сколько бы этого производства пошло бы в науку и сколько было бы у тебя науки при этом. Ну, ты очевидно, мне кажется, ты был бы первее венгра. У меня, это по ощущениям, возможно. Ты точно был сильнее. Возможно, да, но у меня не было ни угля, ни нефти, ни урана. Рано или поздно ко мне бы прилетели ядерки. Отлично. Понимаешь? А у венгру понадобилось что-то из этого для того, чтобы победить сейчас? Ему тоже... Ну, он заключился всеми мир. Ну, он и дипломатии свои победил замечательно. Видишь, точно так же и ты мог сделать. Вот, например, что я тебе мог сделать? Я тебе вообще не могу ничего сделать. У меня нету выплыва в ваше море, и вообще я ничего не могу сделать. Только ну, сидеть, говорить, Рим там улетает, ай-яй. Венгру у меня только до одного города долетел, ну, до нормального его города долетело. Но уран есть у немца, и уран есть у Франции. И я сижу возле двух соседей, у которых есть уран. Мне вообще невыгодно сидеть и пытаться улететь. Да, ну, а если бы ты улетал, и венгр улетал, и я еще в это время, кстати, улетал, нападали бы на тебя француз и немец? Да, я в центре карты, ко мне ближе всем подъехать и кинуть мне ядерки. Ну хорошо, ты решил напасть на француза. Но тебе не кажется, что в какой-то, ну, там, не знаю, ходов через пять тебе надо было останавливаться? Ну, наверное, да. Первый город упал моментально. Второй город мне всю армию размыло вообще. И тупо атака захлебнулась. Вот он и в этот момент... Он бы не успел смобилизироваться так быстро. Мне просто пришлось отвести войска и попытаться их хоть как-то захилить. Но это момент упущен уже был. Угу. Ну, в любом случае, спасибо за игру. Но, конечно, карта... Ну, я не знаю, вот если не считать Польши, как остальные ощущают свои места? Я бы, например, не сказал, что Грузия прям... Франция была слаба очень. Франция слаба. У Рима очень сильный старт, супер старт просто. Но потом не хватает территории, чтобы угнаться за всем. Вот и я хочу сказать, что у Грузии, мне тоже кажется, очень неплохой старт, но у Грузии проблема в том, что у нее вытянутая, то есть я не могу вот сделать такие вот, ну, понимаете, города, которые бы друг на друга влияли, чтобы у них были промышленные зоны, там, развлекательные зоны. У меня реально, у меня даже, по-моему, к концу игры только 100 производств было в самых моих городах, хотя там холмы были. То есть тоже не самый лучший вариант. У Египта, кстати, хреновый старт, но видишь, дед как-то там вытянул. Старт. Ну, там Португалия, наверное, у него было сильное преимущество, но на отдельном таком полуострове большом. Я думаю, что ужасный старт, но перспективный. Я думаю, что хорошо, что мы взяли Португалию, а не Испанию, потому что в Испании было бы все намного лучше. Да, Испания... Да, Испания поколонизировала Африку и все. Испания очень мощная цивилизация. Это, она, вот точно могу сказать, что Испания стопудово сильнее Португалии. Португалии просто надо, знаешь, это все еще развить. Там. А Испания сразу имеет производство от караванов, ни с чего. Ну, на этой карте Испания лучше, да, по-моему. По-моему, эта карта все-таки слишком большая. Ну, карта дисбалансна немного, поскольку сильная разница между стартами у разных цивилизаций. Очень сильная разница. Ладно, все, спасибо за игру. Давайте, спокойной вам ночи. Да, спасибо всем. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!